исполняющий обязанности главы администрации Харциска Александр Левченко 12 ноября встретился с жителями Зугреса. Нынешний харцисский градоначальник не так давно возглавлял Зугресскую администрацию, живет в городе энергетиков и хорошо знает о его проблемах. Например, с освещением улиц в Зугресе все не так, как хотелось бы жителям. Не горят фонари в центральной части города и на окраинах, в поселках Южный, Шанхай, Заречье. Финансирование на содержание, ремонт наружного освещения выделяется. Договор заключен с организацией специализированной, наконец-то. И теперь планомерно будет у нас там свет будет наружный восстанавливаться. Сколько лет нет на Заречье света, скажите мне? О, 20 лет. Ну, я же говорю, я не старик Хаттабыч, чтобы выдернуть волосинку с бороды, и в одночасье везде всем было хорошо. Ну, это ясно. Давайте поэтапно все будем делать. То есть договор заключен, наружное освещение будет делаться. Финансирование на это, по этому вопросу есть. Второй год не работает градообразующее предприятие Зугреса – Зуевский энергомеханический завод. Вопрос о будущем ЗЭМЗа прозвучал из зала. У меня на следующей неделе намечена с ним встреча о судьбе завода. Я приглашу прессу и пообщаемся, пусть он перед людьми скажет, что там реально происходит на предприятии. Потому что, ну, это нетерпимо, конечно, когда такой завод стоит, там сотни тысяч рабочих мест потенциальных, наполнение бюджета города республики, а вот такое происходит. Но это у нас, к сожалению, пока не только с ЗЭМЗом такая проблема. Если бы это только с ЗЭМЗом было, было бы намного проще. А так у нас десятки таких предприятий. Я работник республиканского предприятия «Зуевская ТЭЦ». Когда же мы начнем получать зарплату? 16 месяц идет, как началась война, боевые действия. 4 зарплаты отдано. Мы не люди, нас бросили на выживание. Выживите – хорошо, не выживите – черт с вами. Финансовое положение Зуевской экспериментальной ТЭЦ улучшится, пообещал Александр Левченко. Для этого была изменена схема поставки тепла бюджетным организациям Зугреса. Сегодня тепло для них вырабатывает именно ЗУТЭЦ, и за оказанную услугу насчет предприятия будут поступать платежи. Положительные сдвиги уже отметили в детском саду «Сказка». Спасибо вам большое. У нас стало очень тепло. По сравнению с тем, как была харцкая теплосеть, у нас то есть было 13 градусов, было очень холодно. А сейчас большое вам спасибо, у нас 22-23 градуса тепла. Да, садики. В ходе встречи жители Зугреса задавали вопросы как частного характера, например, о текущей крыше, так и волнующие едва ли не каждую третью семью города о субсидиях. По поводу субсидий. К сожалению, на сегодняшний момент пока мы не назначаем субсидии, но этот вопрос открытый. Сейчас Министерство труда и социальной политики населения разрабатывает программу и надеемся, ближе к Новому году, возможно, мы так надеемся, подача воды по графику должна уйти в прошлое, уверен градоначальник. Из-за дефицита реагентов обеспечить круглосуточное водоснабжение Зугреса пока невозможно. Но Александр Левченко дал слово, что и эта проблема будет решена. А вот увеличение зарплат и пенсий не в компетенции мэра. Хотя и в этом вопросе глава Харцизской горадминистрации нашел, чем обнадежить участников встречи. В ближайшее время, как начинают работать наши все предприятия, начинает пополняться бюджет нашей республики. Соответственно, наши пенсии, все наши соцвыплаты будут увеличиваться. Это однозначно. Так что я уверен, что мы с достоинством и честью переживем трудное наше время. Пенсии каждый месяц выплачиваются, соцпособия каждый месяц выплачиваются. В магазинах все есть, а все остальное в наших руках. Навести порядок и с ценообразованием, и так далее, и так далее, и так далее. И навести порядок в городах, это тоже зависит прежде всего от нас. Каждый возле своего дома навел порядок. Давайте начинать с себя. Вот я всегда это говорил. Давайте начинать с себя.